咁之前咧，俄國篇嘅裏邊咧，有講到咧，俄國總理梅德韋捷夫咧，喺佢在任身為總理2013年嘅時候咧，接受電視台訪問，係任內喎，唔係卸任後承認喎，所以被我視之為咧地球上最高級嘅官員元首承認有 UFO。並且咧，仲進一步咧介紹大家去睇一個俄製嘅紀錄片《The Real Man in Black》，有曬充分嘅證據。咁反觀咧，美國總統咧，不單任內係未有人承認啦，就算卸任咧，都冇人承認，亦都唔否認有 UFO。所以咧，我就視呢個嘅前俄國總理咧梅德韋傑夫咧，作為至今為止地球上地表上最強嘅國家元首承認 UFO。咁其實有人會講啦，如果美國政府嚟講咧，Jimmy Carter 卡特總統咧，做總統之前咧，曾經報告過咧係會有接觸過、有見過 UFO。咁但係佢係咪屬於一個即係官階嚟講最高級嘅官員承認 UFO 咧？我就唔視之為係嘅，因為佢係身為總統之前佢 report 有 UFO 啫嘛，就唔係佢身為總統之後接受電視台訪問啊嘛。所以從呢個角度嚟睇咧，即係國家元首級嘅高級官員並且係任內承認有 UFO 咧，就只係得梅德韋傑夫啫。不如我哋依家重温一下咧，梅德韋傑夫究竟係講咗啲乜嘢？Марян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. 虽然咧女主持咧笑口噬噬咁样样，但梅德韦杰夫咧都系一本正经咁讲解啦，同埋佢所推介嘅纪录片《The Real Man in Black》咧，亦都系真有其片嘅。咁所以啦，一个地球上暂时最高级别嘅元首承认有 UFO 咧，咁佢讲嘅说话咧，就真系更加系有份量，可信性咧都更加高。如果大家喜欢以上影片，请 like、share 同 subscribe， 多谢各位，拜拜。